Поцелуй Каме. Каме сладенькая. О, Дима, счастье. Каме хорошая, да, Чёмочка? Да. Камилочка так любит, когда ее Чёмочка целует, и он ее целует. Он Камилочку любит, и Камила его никогда не трогает. Даже тогда, когда он ее дергает за волосы, он ее никак... она его никогда не трогает. Молодец, умница, Камя. Так, не разбрасывай так. Ты его сейчас швырнет. Все, Камя в домик спряталась. Камичка, Камилка. Я тебе сейчас, а ну-ка нельзя. Отпусти. Погладь Каме. Ты что, массажик сделать, Камичка? Она любит, когда она лежит, и я делаю массажик пальчиков. Это только начал с этой вот машинкой играться. Очень удобная штука. Так вот держишь и катаешь. Ты кайфуешь? Кайфуша. Тёмыч. На улице сегодня холодно. Бегу сейчас на рынок. Забыла разморозить курицу. Думаю, что готовить, что готовить. В общем, придумала. Сегодня сделаю лагман, надо сейчас купить говядину. И отбивную, но хочу в духовке с сыром и с грибами. А мне этого всего нет, надо покупать. И это надо мне сделать очень быстро, потому что сегодня еще и на собрание мне идти, родительское, в школу. Представляете, тоже, да, так сделали. И у Кирилла, и у Карины 16:00 собрание. И так довольно-таки часто совпадает. И как быть, непонятно, но хорошо, хоть у Кирилла сегодня отменили. Но я уже думала, сначала пойду к Карине, потом к Кириллу. Потому что в прошлый раз заходила сначала к Кириллу, потом к Карине. Как-то так. Ну ничего, выход есть всегда. Чуть-чуть там, чуть-чуть тут. Так, Мэрис. Кстати, мне еще соседка говорила, что вот эти вот подгузники хорошие. До 14 килограмм, 42 штуки. Это... А, это подгузники, мне нужны трусики. Трусики только такой упаковочки, поэтому Мэрис. Пришел сегодня Кирилл со школы. Мне так его вот эта вот рубашечка нравится. Она такая классная, стильная. Ему очень идет. Здесь вот пятно посидело. Ну то ладно, это можно отстирать. Здесь вот дырка. Ну, в принципе, уже тоже будет, конечно, не то. Ну, вот здесь вот порвал. Но все это дело и летит в мусорку. Жалко, ну да ладно. А, вот еще пятна. Сходил сегодня в школу. Ученик. Камила первая. Нельзя в лифте прыгать. Я тебе сколько раз говорила. Надела Тёмочке потоньше шапку. Но одела такой комбез, потому что Даша говорит, на улице тепло, но ветерочек, он сейчас будет спать. Он же очень сильно хочет спать. Давай, Камя, выходишь. Ну, выходим с Тёмочем. Мой красавчик. На первый сон идем на улицу. Камень, давай спускайся. Спускайся, спускайся. Так я буду коляску спускать, я тебе не помогу. Давай сама. Молодец. Камень, тогда идешь. Ой, спасибо тебе. О, ну у меня вот теперь, Алисонька, красивый букетик. Ты мне еще какой-нибудь цвет сорви, цветочек. Не фиолетовый и не желтый. Ой, спасибо тебе, Федюша. Ой, спасибо. Меня здесь цвета надрили прям. Камичка. Даша пошла нам за булочками. Я еще, например, не завтракала. Сейчас пойдем туда вот через дорогу во двор. Каве возьмем, я еще каве даже не пила. Тёмик уснул хорошо, ему одела вот этот тут комбез. Потому что спишь, когда ветер прохладненький, ну и холодно.
Хотя вот так вот тепло гуляешь. На улице никого. Ну, понятно, что сейчас все детки в школе. Скоро-скоро уже потеплеет. Будем по два раза в день ходить гулять. С мая мы уже начинаем по два раза прогулки. Сейчас пока один раз. Гнала, как всегда, в надежде на то, что ее пустят в эту беседку. Надежда умирает балам, правильно, последний. Надо всегда надеяться и верить, ждать. Вообще на качелях не катается. Тёма еще не закрепил сон, поэтому его нужно еще покачивать. Здесь вот на ручке Камилка еще летом укусила и немножечко раскорябла. Надо срочно что-нибудь придумать, пока я дальше не стала слазить. Камила, иди сюда. Быстро давай сюда. Туда я тебе не разрешаю. Молодец. Как я рада правильности своего выбора по поводу семейного обучения. Вы знаете, зато моему ребенку комфортно. Вот у меня знакомая говорит, у нас, говорит, ребенка в класс привели. Она, ну, не может сидеть, кричит, говорит, это дискомфорт ребенку, другим деткам, учителя. А зато мой ребенок кайфует в жизни. И так, знаете, у него столько боли. Ого, сколько у вас булочек. В этом у нее нет нервозности, скажем так. Покатай Тёму, Каме. Я тусовалась у Вани. Да ты что? Не девушка, не женщина, а мужчина. А, ну тебе понравился педагог? Да, понравился, он хороший, это классный. Ну это очень радует. Все, будешь ходить на занятия? Да, буду ходить. И маме очень понравилось. Потому... Да, маме понравилось. Будем. Хорошо, Сонечка. Зато ты будешь потом очень красиво, грамотно и правильно разговаривать. Да. Скажи, Камила, иди сюда, не ходи туда. Смотри. Вместо Пепси перешли на Добрый Кола. Это тоже очень вкусно. Такая полянка красивая. Прям радует глаза. Камилка в последнее время вместо качель полюбила. О, подари его Феде. Полюбила тот лавочку, там сидит. Ой, да ты ускакала, я яйцо. Так ты собери и подари Феде. Нет. Чего? Я дома соберу. Ну, хорошо. И подаришь Федюшу. Алис, а ничего, что твой самокат вот там вот? Вон, смотри. Мы так забудем. Алиса, возле круглой качели. Иди забирай. Так забудем или кто-нибудь утащит, и все, останешься без самоката. Сегодня мама Чоли. Тёмочка проснулся, сейчас мы еще минут 15-20 погуляем и уже пойдем домой. Что, моя зайка? Камилка. Хорошо, Тёма поспал, но он первый сон спит не больше полутора часов. Дома он спит, конечно, минут 40, а вот во дворе он спит ровно полтора часа. Тут фу, не хочу сглазить. Сидит в коляске. Все, уже идем мы домой. Камя, пойдем домой. Бабуля с дедулей нам налепили домашних вкусных пельменей. Сейчас придем домой. Отварим пельмешки. Для Тёмочки есть супчик его. Будешь помогать, да, Бала? Пообедаем. Как раз крошки Кирюши с корешкой придут домой. Ну, и эта крошка. Моя эта помощница. Пришла с собрания уставшая. Смыла тушь. Карандаш для бровей. Сейчас пойду умываться. Попила чаек с лимончиком. Сейчас немножечко отдохну. И мне надо пылесосить. Надеюсь, там мой пылесос уже зарядился. Все хорошо, Каринку похвалили, у Кирилла отменили сегодня собрание. Слава богу, потому что, знаете, как бежать туда, не дослушать информации, там не дослушать. Ну, честно, я так не люблю. Если идешь, то вот идешь конкретно к ребенку и слушаешь полную информацию. Вот так хорошо пообщались, все хорошо. Мне у Карины очень нравится, классный руководитель, она хороший человек.
спросила про поведение Карина, потому что, вы знаете, дома они могут себя вести по одному. Мы их как бы, ну, лично я с мужем никогда ее плохому не учим, чтобы они там матерились, обзывали или еще что-то. Ну, а там, вы знаете, кто его знает. А здесь вот такое дело, сейчас детки очень умные в этом плане. Он говорит, нет, все хорошо, успеваемость хорошая, все-все хорошо, претензии у учителей к Рине нет. И это очень радует. Идем давай, будем ладушки играть. Сегодня Тёма сломал массажер один Камилки. Идем, идем, будешь он с Камилочкой, будем играть в ладушки. Идем. Там нельзя. Давай будем в ладушки играть, идем. Камила, зови Тёму, скажи, Тёма, идем в ладушки играть. Идем в ладушки будем играть. Кстати, раньше Камилочка наша делала ладушки, ладушки, маленькая, когда была. Ой, что такое? Пока он перестроится на вот это вот режим свой. Он сейчас спать хочет, но уже куда? Уже надо тянуть. Время до ночного сна. Да. Камилочка маленькая была, и с Каринкой мне здесь ладушки делали. Улыбались же, маленькие такие, хорошенькие. Зачем тебе мои часы? 20:31. Так. Каминечка, будем в ладушки играть? Что там Камя делает, Тёмыч? Ап! Камилка и сороку делала. Ну, Камечку мою. Зачем тебе мои часы? Вот зачем они тебе нужны? Улыбака. Вот когда ты улыбаешься, ну ты вообще прям хорошее такое настроение, когда у тебя и на душе хорошо, Камя. Музитёк. Боровичок. Нельзя тянуть. Кстати, я очень довольна часами. Спасибо мужу за такой замечательный подарок. Мне лично очень удобно. Ну, что мне там нажал? Скажу вам так, как бы, да, это Apple-овская техника, как бы, прикольно они смотрятся, дорого-богато, как говорится. Но с такой же, с такими же функциями, как у Apple, у меня прекрасно были к Xiaomi. Ну, муж решил подарить, поэтому я благодарна подарку, с благодарностью его приняла. Камей. Знаете, бывают такие дни, когда ты ничего не делал, но устал, как будто ты целый день разгружал вагоны. Вот сегодня один из таких дней. Я ничего толком не делала, а устала просто, как собака. Муж уехал на работу, вызвали, надо срочно кое-что делать. Каришка пошла купаться. Я охраняю Камилку с Тёмочкой. Надо мне еще полы помыть в коридоре, в ванной. Хоть для приличия что-то делать, блин, а то ничего не делаю, я уже устала. Муж сегодня приедет поздно, но он ответственен за свою семью, да, у нас четверо детей, которых нужно содержать, и не просто содержать, а содержать достойно. Поэтому нашему папе надо много работать.